Женатый ВИЧ-больной южноуралец получил срок за изнасилование девушки. Отца двоих детей отправили за решетку почти на 5 лет. 31-летнего челябинца признали виновным сразу по 3 статьям. Заражение ВИЧ-инфекцией, насильственные действия сексуального характера и грабеж. А ему назначили 4 года и 8 месяцев в колонии общего режима. За решетку обвиняемый попал за изнасилование девушки. Преступление произошло в марте. Он затащил пострадавшую в квартиру и вступил с ней в половую связь против ее воли. А потом забрал телефон. Сообщается, что мужчина женат, у него на иждивении 2 маленьких детей. Теперь они не увидят отца почти 5 лет.